Здравствуйте, друзья. Я записываю короткое сообщение в связи с тем, что очень много сейчас вопросов о иммиграционной реформе, как там что пойдет и так далее. Я пытался несколько дней вызвать на Skype или, может быть, даже на телефон Светлану Каф. И мы сегодня в итоге сконтактировались. И история такая, что 6 числа, сегодня у нас 1 февраля, а 6 февраля иммиграционных адвокатов собирают здесь в офисе иммиграционном. И вы знаете, в Сан-Франциско есть свой. И вот после этого офиса там будут рассказывать, какие изменения, какая практика, там что чего, как теперь будет. И сразу после этого мы договорились, что Светлана подъедет к нам в офис, и мы ответим на ваши вопросы. И вопросы я просто прошу задавать вот в комментариях к этому видео, без вот дискуссии, может быть. Хотя я могу, конечно, почистить тоже, это не страшно, но хотелось бы, чтобы здесь аккуратненько собрались вопросы, чтобы потом можно было их задать, проанализировать и задать. Поэтому такая просьба и такое предложение. Счастливо, ребят, и до встречи со Светланой где-то вот после 6 февраля. Счастливо.